Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Жорж Крогер, бельгийский академический художник, большую часть своей карьеры проведший в Париже. Он известен своими жанровыми картинами, изображающими сцены из жизни элегантного общества и портреты женщин. Он также прославился своими юмористическими изображениями католических кардиналов в красных мантиях, выполненных в очень реалистическом стиле. Родился 10 мая 1848 года в Антверпене в семье богатого торговца недвижимостью. Увлечение живописью проявилось в детстве, что всячески поощряли родители будущего художника, видя его несомненный талант. Закончил Королевскую Антверпенскую Академию Изящных Искусств. Я пользуюсь переводной Википедией. В 1876 году, в возрасте 28 лет, переехал в Париж, где провел остаток своей жизни. Сделал весьма успешную карьеру в качестве популярного портретиста и жанрового живописца. Его картины получили признание критиков и были востребованы среди английских и американских коллекционеров. Последние два десятилетия 19 века он создал серию небольших портретов женщин, выполненных в очень реалистичной манере. Этому способствовало то, что когда он переехал в Париж, портретная живопись и жанровые работы, изображавшие образы красивых, модных и современных горожан, становились очень популярными во французской столице. Начало этому течению было положено в Париже в конце 1850-х годов бельгийским художником Стивенсом. Позднее эту тему успешно развивали другие бельгийские художники, работавшие в Париже. Женщины изображались художником в полный рост и в изысканных позах. Эти портреты имеют общие названия, такие как «Блондинка» или «Портрет рыжей шатен». Эти работы характеризовались особым вниманием художника к деталям дамских туалетов и общей несколько показной изысканностью интерьера. Творчество художника вообще характеризовалось особым отношением к цветовой палитре представленных изображений и особо тщательным изображением деталей. Работы художника пользовались неизменным успехом и хорошо раскупались, что позволяло ему чувствовать себя очень уверенно в финансовом плане. Регулярно выставлялся в Парижском салоне в период между 1882 и 1914 годами и в Вене в 1888 году на международный выезд. Скончался художник 18 октября 1929 года в Париже в возрасте 75 лет от апоплектического удара. Похоронен в Париже. Но так вкратце из переводной Википедии о бельгийском академическом художнике, большую часть своей карьеры проведшей в Париже, который известен своими жанровыми картинами, изображающими сцены из жизни элегантных общества и портретами женщин. Жорж Крогер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.